так. Ну, а здесь вот армянские ковры. Девушки, девушки, девушки красавицы. Ну, конечно, красавицы, а то. Я так поняла, здесь магазин, кафе. Так, Арарат, конечно, там кафе. Сейчас. Пойдем дальше. Покрылись немножко, посмотрели красоты Армении. Ух ты, и еще купол. Давайте поднимемся в купол. Вот как мы здесь. Ну что, а в каждом бокале Арарат, благородца армянского винограда. Яркие лучи солнца Араратской долины. Так, здесь сувениры. Вообще в одном видео всего не покажешь. Ну, покажу, конечно, но оно будет очень длинное. Смотреть его будут, не будут, не знаю. Вот здесь Аяк, да, телефон. Номер телефона, куда можно купить сувенир и послать денежки. Я долго стою здесь, рассматриваю сувениры армянские. И вот что я заметила. Марина Владий и Высоцкий. Представляете? Здесь на выставке, я же говорю, здесь очень-очень много всего интересного. Вот каждый, если все рассматривать... Много, конечно, не знаешь. Ваза какая красивая. Эти бочки под вино, коньячок, коньячок, конечно. Гранат, гранаты. Крестики. А, это кто? А ну давайте. Вот это кто у нас? Какой актер? А? Смотрите, в каком количестве статуэточки, сколько их здесь столько. Так, гранат, гранатовое дерево, опять гранаты. Какой, как красиво, да, красный цвет среди зимы. А сейчас я хочу показать, вот здесь такое вот, фильм идет, очень близко даже смотреть неудобно, да? Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы с вами, вот это Араратской долине, чистые родниковые воды, стойкий характер кавказского дуба и теплота наших рук. Мастера Ереванского коньячного завода. Да, я согласна с тем, что алкоголь вредит нашему здоровью. Но я тоже люблю грамм 50, но коньячка, именно коньячок люблю. И почему-то люблю именно армянский. Да, изысканный вкус каждого коньяка Арарат. Ну, вот они рекламируют, конечно, и 10-летней выдержки, и 7-летней. Но вот я хочу сказать, что, видите, какие виноградники. Я была на виноводочном заводе в Инкермане, в Крыму. В Ереване я не была. И там вот такие бочки мы смотрели, нам запрещали снимать видео. Фотографии разрешали и запрещали снимать сотрудников. Знаете, как собирать? Ой, мамочка, сколько его здесь, этого винограда. Обалдеть. В белых халатах собирают. Ага, в белых халатах они там собирают. Это для видео надели. Они там черные будут в конце дня. Смотрите, какой. А, это брожение? Да, это брожение, видимо, уже когда проходит. Классический метод двойной дистиллизации. Ух ты. Красиво, конечно, красиво. Что там?
Сейчас мы с вами пойдем посмотрим картины. Художники, видимо, выставили картины. А, я их только что заметила. А там сувенирный магазин. Смотрите, какие картины. И книги здесь. А вот камера, видите, патефон. Патефон, да? Как патефон называется? И вот камера первая, которую на улице вот снимали. Да не только на улице, а в студии снимали, да. Вот она, видите, я не буду и увеличивать, уменьшать. Правда, вот как-то тяжеловато это, когда снимаешь много, устаешь. А это мы когда были в Новороссийске. Новороссийске были, там точно так же вот маки цвели. Прям поляны мак было. И на клумбах, представляете, около домов, около живых домов многоэтажных, люди высаживали вот такое радио, помните? Вот такое радио. А вот машинка, печатная машинка. А мы в музей прям попали. Надо же, а? Музей попали. Это полирадиола. Как он уже называется, не знаю, все там проигрыватель. Надо же. Народ сидит, кушает. Так, здесь кушает. Мы здесь не будем сидеть, конечно. Смотрите, сколько картин. Какое красивое пространство. Ну, 50 грамм алкоголя. Ну, почему бы нет? Никто не напивается. А так немножко согреться для согрева. Очень даже надо. Так, это у меня вторая серия про Армению, потому что длинное видео я не... Ух ты, тут и золото, и серебро, и... Или не только золото, а просто... Да, ну мы сюда не зайдем, елку я покажу. Вот. Я снимаю, меня никто не останавливает. Ковры красивые, да? Так что мы не зря сюда с вами зашли. Вот национальные эти кувшины. Видите, такой половник. Шумовка, да. Шумовка, сковородка. Еще сковородки, видите, они на костре готовили кушать. Да и сейчас некоторых селенях готовят. И вот с длинной такой ручкой. Не обжечься. Очень разумно сделано, очень грамотно. Ну, а это уже современное искусство. Это, конечно, современное. Ну, тут кушают люди, соки. Это современное уже искусство. Там тоже что-то. Так. Там тоже магазинчик. Можете прикупить что-то, покушать. Современная уже. Очень хорошо. Здесь есть туалет, оказывается. Вообще прекрасно. Мы сходим, чтобы нам потом не возвращаться. Вот девочки. Вот мы с вами посетили туалетную комнату. Здесь зеркала такие. А здесь посидим. Сейчас я посижу. Я так искала какое-то местечко. Я думаю, меня отсюда не погонят. Сяду, посижу. Немножко отдохну перед дальней дорожкой.